Как за сутки получить две золотые медали в разных уголках страны? Водянов или Шипылюк? Кто в Красноярске показал лучшую форму? Кроме того, какое предложение получила компания Fitness Life от инвестиционного фонда Ротшильдов и какова сумма возможного контракта? А также кто круче, Олейник или Луговских? Как представители брендов спортивного питания конкурируют на сцене и в медиапространстве? Ну и напоследок. Ты как дедушка Ленин сказал. Слезы у меня навернулись. Честно говоря, отсматривая наш материал из Красноярска, поймали себя на мысли, как уместить все это многообразие в одном репортаже. Выставка, турнир по бодибилдингу, стронгмен, бои ММА, кроссфит, воркаут, пауэрлифтинг, армрестлинг. Возможно, что-то еще забыли. Таким многообразием железного спорта, собранным в одно время, в одном месте, в России мало кто может похвастаться. Siberian Power Show 2017. Уже в аэропорту, а потом в самолете встречаем сразу нескольких топовых звезд российского железного мира. Это небезызвестный Андрей Скоромный, коротает время, общаясь с подписчиками в Инстаграме. А вот Михаил Кокляев набирается сил во время полета. А это уже Красноярск. Организатор Siberian Power Show Денис Киюцин, на лице которого несложно прочитать, сколько сил он вкладывает в организацию этого турнира, лично встречает гостей в аэропорту. По дороге в гостиницу успеваем обсудить не только предстоящее мероприятие, но и планы на перспективу. Денис слегка расстроен, что его турнир совпал по датам с питерским кубком и московской Усмания Кап. Первый забрал спортсменов, а второй, вероятно, часть спонсорского бюджета. Моя ошибка. Когда сунулся, уже было в Познане, уже все были на Усмане. Siberian Power Show 2017. Ну а тем временем в холле гостиницы встречаем сразу двух фавориток Siberian Power Show в номинации «Фитнес-бикини». Спортсменку команды «Гион», чемпионку мира Ксению Олейник и чемпионку Европы Наталью Луговских. Что ж, к теме конкуренции на сцене и в медиапространстве между девушками, спортсменками, а также их спонсорами. В смысле, компаниями-производителями спортивного питания. В этом репортаже мы еще вернемся. Чуть позже. Ну а сейчас дадим участницам немного отдохнуть перед предстоящими стартами. Пока гости и участники отдыхают, идем оценить места предстоящей выставки и турниров. Кстати, Grand Hall Сибирь очень удобен для проведения подобных мероприятий. Гостиница, выставочные павильоны, концертный зал – все под одной крышей. Не надо никуда ходить, а уж тем более ездить. Кстати, пока в Grand Hall завершались приготовления, некоторые гости побывали на Красноярской ГЭС. Утро для москвичей в Красноярске, оно особенно раннее, когда здесь уже 9, в Москве еще только 5 утра. Уж не знаем как кого, но лично нас от усталости и пропущенного завтрака реально спасали предтренировочные напитки и протеиновые батончики компании «Гион». Советую. К сожалению, о Михаиле Кокляеве этого сказать не можем, у него другой спонсор. Большими буквами на всю майку. Впрочем, вы же помните, Миша еще в самолете выспался. Кстати, там же, еще в самолете, Михаил Кокляев советовал нам посетить соревнования по силовому экстриму. Не случайно. По словам организаторов, здесь собрались одни из самых сильных представителей этого спорта. Интрига еще и в том, что победитель этого турнира вместе с Михаилом Шевляковым, как оказалось, будет представлять Россию на международном старте. Чемпионат мира в Ботсване, в Африке.
от России, как правило, всегда принимал один спортсмен. Но уникальность чего заключается? Помимо того, что меня пригласили вновь выступить там, сказали, что в этом году будет трансляция на российском канале, не буду говорить на каком. И тем самым есть возможность еще одного атлета со мной пригласить. Сложно сказать, будет ли самый сильный человек этого турнира столь же силен и за рубежом. Ведь силовой экстрим весьма непредсказуем. Вот, к примеру, мы видим, как здесь, в Красноярске, Валерий Чернозубов неудачно поднимает гантель. А ведь он обладатель мирового рекорда. В прошлом году в Екатеринбурге он сдвинул и протащил 45-тонный БелАЗ. Этот БелАЗ весит 35 тонн, плюс нагрузили в него железо 10 тонн, чтобы рекорд состоялся. Чуть позже встречаем Валерия на стенде Fitness Life. Как оказалось, силач предпочитает препараты для восстановления именно этого бренда. В частности, проблемы с суставами, а это актуально для всех спортсменов, он решает с помощью хондровита. Вот в подготовке сейчас именно хондровит пил. Сейчас вот буду продолжать дальше пить. Ну, насколько помогло мне это, колени меньше болят, потому что в силовом экстриме очень большая нагрузка на колени идет, потому что нужно все тащить, передвигать, и колени нагружаются. Я пью хондровит, как бы, они помогают. В линейке Fitness Life хондровит не единственный полезный и эффективный продукт. И, кстати, интерес к разработкам Fitness Life, как оказалось, проявляют не только в России, но и за рубежом. К нам обратился Европейский фонд Ротшильда, очень богатый фонд, который инвестирует в разные отрасли. Мы не скрываем, что мы ищем инвестора. И, видимо, речь пойдет там об инвестициях в районе нескольких миллионов долларов. Потому что компания ProFarm может реализовать до 25% своих акций. Возможно, это связано с интересом к нашей продукции, очевидно, потому что упоминается остеомед как не имеющий аналогов в мире средство для восстановления костной ткани. И также упоминается продукт Левитон, который повышает уровень собственного тестостерона. Кстати, в эти дни Fitness Life представляет свою продукцию, в частности, натуральные препараты, повышающие тестостерон на 27% на международной спортивной выставке FIBA в Германии. Пока не знаем, как там в Германии, но в Красноярске главное лицо бренда Fitness Life и ярый приверженец их продукции Александр Пересвет, рекордсмен книги рекордов Гиннесса, постоянно собирает толпы зрителей и поклонниц. Меня часто спрашивают, что же там происходит. Но дело в том, что разбираться лично мне не совсем камильфо, но у нас есть эксперт, который разберется в этом вопросе и выяснит, что же там. Вау. Ну как? Ну и что же там? Боже мой! А еще раз. О, боже мой. Это боже мой, по-моему, это банка Иромакса. Впрочем, в Красноярске Александр не только шутил, но и удивлял леденящими кровь силовыми трюками, которые, к слову, занесены в книгу рекордов Гиннесса. Что ж, красноярскую публику Пересвет однозначно покорил, став явной звездой этого турнира. Однако оставим Александра в покое и вернемся к ранее заявленной теме о том, кто круче – Олейник или Луговских. Отдохнуть перед выступлением, похоже, особо не удалось ни Олейник, ни Луговских. В одном павильоне Ксения на стенде своей команды, компании «Гион», в другом Луговских представляет компанию, с которой мы тоже иногда работаем. Непосредственно на выставке внимание к обеим, можно сказать, равнозначное. Что же касается соревновательной части, то еще до финального выхода Луговских оценивает соперницу
весьма высоко. Потому что Ксюша очень сильный конкурент была. Я прекрасно понимаю судей, которые не знали, кого на какое место ставить. И я, если честно, так вот по их взглядам, я уже так изучила немножко психологию судей, я вот чувствовала, что могу второй стать, могу спокойно. Поэтому я переживала. Аналогичная оценка в адрес Натальи, но уже после того, как судьи выносят свой вердикт, звучит и от Олейник. Наталья очень красивая девушка, очень ярко смотрится на сцене, и я достойная она соперница. Легкая обида в голосе все-таки чувствуется. Луговских – абсолютная чемпионка. Олейник занимает второе место. Впрочем, по мнению Артема Гвозденко, это в любом случае успех. Мы довольны. Все нормально. Второе место. Ну, какая разница? Девушка выступала не в своей категории, она мастера. А что значит? То есть, возрастная категория не ее, плюс ростовая не ее категория была. Это хороший старт, хорошее начало сезона. Мы довольны. А я не буду лукавить. Конечно, я хотела, чтобы она была первой. Конечно. Что проявлять? Не, на самом деле, да, я хотела, чтобы она была первой, но я довольна, Артем все сказал. То есть мы же проиграли чемпионке. Но если Никитина не скрывает своих симпатий к подруге по команде, то гость турнира, знаменитый Кирилл Сарычев, не скрывает своих симпатий к их сопернице. Он уверен, что Луговских на сегодняшний день нет равных и всячески поддерживает чемпионку и словом, и делом. Вообще слышал, с головой кричал? Давай это как и давай это вообще просто. Железному миру. Ты представляешь? Скажет. Я слышал, нет, почему я слышал? Я пять человек там, говорю, ребята, кричать не тогда будете, я вас просто поколочу здесь. Я Гриша, бум. Они вообще местные, за девочку местные болели. Я говорю, нет, будем за 94-й номер болеть. Окей, будем считать, что в первом раунде противостояние на сцене, победа за Луговских. Теперь посмотрим, что там у нас на медийном фронте. По Инстаграму и соцсетям лидируют Луговских. Лайки, репосты, прямые трансляции, десятки тысяч подписчиков. Это у Луговских. У Олейник подписчиков примерно раз в 8 меньше, но ей видно некогда. Серьезная работа, дети и так далее. Однако на YouTube, на наш взгляд, первое место все же у Олейник. Видео на канале Body Mania с Олейник в главной роли за 3 недели собирает почти 700 тысяч. Луговских на этом же канале за месяц смотрят вдвое меньше. Впрочем, справедливости ради, Наталья светится чаще. В общем, по совокупности мест мы уже было хотели отдать победу Луговских. Однако вот это заявление заставило нас взять паузу. А вот Бычков вообще купил мне первое место. Ладно, уверены, это шутка, но тем не менее. Видно, что и на Луговских, и на Олейник их компании-спонсоры делают заметную ставку. Но если Олейник привлечет Геону платежеспособную аудиторию лет не менее 30 и старше, причем не всегда связанную со спортом, то вот Луговских, на наш взгляд, тянет за собой в основном спортивную молодежь. В принципе, в обоих случаях, как нам кажется, это соответствует стратегиям тех компаний, которые они представляют. Кстати, а что думают зрители? Олейник или Луговских? Кто более интересен вам? Автор наиболее запоминающегося комментария на эту тему, который соберет больше всего лайков, получит возможность потренироваться с одной из этих фитнес-звезд, а также наверняка получит подарки от наших партнеров. Кстати, в качестве идеи, а что если в следующий раз не разносить ММА и бодибилдинг на разные дни, а попробовать объединить их поочередно на одной сцене? А почему нет? К примеру, в прошлом году на Олимпии в Праге поочередно с бодибилдингом проходил турнир по жиму лежа. Зал был доволен. Siberian Power Show 2017. Ну а мы, прежде чем рассказывать о том, кто за сутки сумел завоевать сразу 2 золота на разных турнирах в разных уголках страны, ненадолго вернемся на выставку. Так уж устроена экспозиция, что по дороге на бодибилдинг обязательно нужно пройти мимо стендов производителей спортивного питания. Один из самых масштабных у компании Level 99, которая представила в Красноярске сразу несколько своих брендов из США и Европы.
Красноярск мы привезли 4 бренда, которые являются нашими флагманами. На сегодняшний день Level 99 представляет в России примерно 10 брендов, но мы привезли именно 4 бренда, на которых мы делаем ставку, которые мы верим как в себя. Вот. И, соответственно, как я уже говорил до этого, которые имеют продолжительную историю, и самому взрослому бренду в нашем портфеле 28 лет на сегодняшний день. Хорошо, вот мне для профессионального спортсмена в месяц сколько нужно? Я думаю, что в принципе бюджет хороший стак и спортивного питания, ну, можно уложиться примерно 1005. Замечательная банка тебе поможет подрасти и стать MVP Pro, ну а вот тебе вот эта банка поможет то, что в скором будущем мы увидим тебя уже на пьедестале почета. Да, спасибо огромное. Идем дальше. Вот он, спортсмен, который сумел взять сразу 2 золотые медали разных турниров с разницей меньше, чем сутки в разных уголках страны. Вчера буквально выступил в абсолютке еще и сразу после абсолютки полетел в аэропорт. Буквально там за полчаса успел на самолет, плюс там на самолете маленько поспал, чуть-чуть грузанулся с утра, удалось сохранить форму и что, потому что в самолете воды нет, еды нет, ничего нет. Сюда пришел, маленечко поел, загримировался и вышел на сцену. Как спасибо. Удается вообще вот так вот держать форму? Вообще какие-то изменения делаешь в процессе вот, или из года в год все одно и то же? Нет, как вам сказать, вот меня ведет Александр Вишневский, да, и именно я всегда делаю все, что четко, как он скажет. Я никогда что-то свое не придумаю. Сказал столько, этого столько, водички столько, загрузимся столько, то выпьем. Все, и я четко этому плану следую уже в течение 4 лет и иду с ним к своим победам. Кстати, для Андрея Тихонова это не первый успех. Любители бодибилдинга помнят его серебро на осенней Олимпии в Москве. Но все-таки золото в Питере и золото в Красноярске. В одни сутки это даже в чем-то, наверное, круче. Ведь пролететь 4000 километров со сменой часовых поясов и сохранить при этом форму не так просто. У Андрея получилось. Более того, Тихонов третий в абсолютке, а это еще и плюс 50 тысяч призовых. Но если Тихонов, скорее всего, доволен своим третьим местом в абсолютном первенстве, то Иван Водянов, который представил на этом турнире отличную форму, своим вторым местом был явно расстроен. По мнению судей, Водянов уступил Андрею Шипылюку, выступавшему в категории до 100 килограммов. Кстати, нам показалось, для Андрея его победа была довольно неожиданной, но своими предположениями о том, чем он был лучше Водянова, он с нами все-таки поделился. Чем победил, каким качеством у Водянова? Спокойствием, может быть, не знаю. Просто спокойно шел. Может, все-таки качество? Все. Не, ну если брать именно как бы физиологию, то, наверное, все-таки качество. Если бы Ваня чуть-чуть слил больше воды, то он уже, скорее всего, где-то уже был бы очень спорный момент. Очень большую поддержку мне оказывает компания ТСП. Отдельная благодарность, конечно, им. Вот, в частности, Владимиру Масленкину. Заим.
Siberian Power Show 2017. Ну и напоследок обещанный Кокляев и 10-рублевая купюра Банка России. Что общего? Так вот, Михаилу выставки оказалось мало. Для полного спортивного удовлетворения ему понадобился мост через Енисей. Тот самый, что изображен на десятке. Нет, с мостом все в порядке, его Миша не трогал. Просто на его фоне Михаил провел очередной этап своей зарубы. Кокляев против всех. Железный мир, как всегда, мы респектуем из Красноярска за то, что вы уделили нам внимание, проявили интерес к вот этому моему флешмобу под названием «Тяга, заруба в тяге, Кокляев против всех». Да, журнал для тех, кто сильный. Читайте и смотрите «Железный мир». Серый, от души душевно душу. Ты как дедушка Ленин сказал. Аж слезы у меня навернулись. Ей! На этот раз Михаил уступил своему сопернику из Красноярска. Впрочем, заруба продолжается. Кстати, учитывая опыт с десяткой, мы предложили Михаилу аналогично пройтись по всем рублевым номиналам от 50 до 5000. Хотел 320 потравить, если честно. Ну что-то подустал как-то я. Хватило только на два раза. Ну ничего, нормально. На сегодня это все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а к теме Siberian Power Show мы еще вернемся в одном из наших следующих видео. А именно, поговорим о том, почему в Сибири нет пляжного бодибилдинга. И послушаем мнение не только гостей и зрителей, но и судей IFBB. У меня даже есть моя подпись, где я был против, мое письмо в федерацию там. И я был одним из первых людей, который был против. Сейчас я могу сказать то, что я увидел. Это, ну, плюс. Для бодибилдинга это плюс, это второе дыхание.